душевный, он такой, он сильный, он визуально очень отвлекается. Вот. Может, на секундочку, наклонись-ка. Нормально, так, с этим мы разобрались. Скажи мне, пожалуйста, еще, секси, ты как, вообще живая? Короче, да. Все еще в порядке. Прям вообще в порядке? То есть с фантазией? Да. Активная? Очень, с фантазией, конечно, да. Я столько городов проехала. А у тебя нормально все запахами? Да, а я как? Очень вкусно пахну. Хочешь понюхать? Давай понюхай. Давай, сразу устраним все преграды. Живая, энергичная, а самое главное, Артем, обрати внимание, она улыбается, она позитивная, она... Я не долблю мозги. Точно? Да. Смотри, он постоянно плачет, Лекса. Так. Ты постоянно смеешься. Вообще? Вы будете выглядеть как два пациента в психушке. Это идеально. Это же гармония. Плюс и минус. Хорошо. Идеальная картина. А ты готова затмить, вот смотри, вот эту вот женщину в клетчатом пальто? А зачем ее затмевать, если они уже не в отношениях? Давай, главный ее минус, вот по отношению к которому прям ты выиграешь. Она мозги делает. Мозги, а кроме этого? Она делала мозгирую шоу. Да. Сейчас идеальная пара, посмотрите, Настя же, да, по-моему, зовут? С Настей. Просто я смотрела, думаю, господи, умиляюсь, какие вы рыбки просто. Хорошо, кроме мозгов, что еще в Кристине не так? Слушайте, ну на самом деле, я вот только вот видела ее какие-то вот заморочки. Да. То есть мне кажется, у нее какие-то, может быть, проблемы в жизни, там боль какая-то была, недоверие, она постоянно его проверяла, там вот эти вот какие-то проверки ему ставили. Хорошо, Артем, смотри, разговорчивая, позитивная, тоже брюнеточка, тоже такая миниатюрненькая. У меня еще подарок есть. Так давай зайдем, а у тебя еще... Подарок у меня есть, всему дому два. Я боюсь таких подарков.